Всем привет, ребят. Ну что, вот запустился сервак, пока ничего не известно. Только зашел, сидел, смотрел видосы, пилил вам видос, но зашел на этот сервер и смотрим, что у нас поменялось, что у нас добавили. Очень интересно на это посмотреть. Так, тут что-то новое появилось, но ничего пока по обнове нет. Идем сразу же чекать героя, есть герой или нету. Наверное, для всех самое интересное. Так, анубисы. Че, нету героя, что ли? Да ладно. Ребят, походу нет. Не добавили героя. Ну все, это, наверное, будет самая лучшая обнова. Или они сейчас опять отрубят сервер. Места не добавили. Не знаю, что вам сказать, ребят. Поехали посмотрим сюда. Таланты. Таланты не добавлены. Походу не запилили обнову, просто запустили сервер. Но обнову не включили, неизвестно почему. В общем, ребят, мега супер обнову, походу. Так, что я хотел еще посмотреть, можно ли руны улучшать на девятку. Тоже, думаю, для многих интересно. Не, максимальные семерки на восьмерку. Донат не добавили. Странно, может это меня просто пустили? Ой, я в топе. На три этих. Просто тупо обогнал, поставил вчера. Обновили. Ну, не знаю, ребят, что вам сказать. Обновили здесь. Акции обновили. Странно. А обнову саму не включили, что ли, получается? Ну, нету ничего по обнове. Ну, код запилили. Да ладно, не поверю, что они... Это что-то не похоже. Давайте попробуем перезайдем. Сейчас даже закроем. Может, это меня так пустило, я не знаю. Либо они все-таки обнову перенесут и допилят ее. Ой, меня выбило. И нифига. Нету обновы. Сейчас минутку я обновлю сервер. Это писали здесь, не писали нам. Ну, в общем, ложная тревога, ребят. Ну, самое основное, что мы взяли топ-1 опять за вчера. За один вечер он, бедный Джонс этот, болтыхался. О, сори. Смотрю в топе. Бедолага пробовал там обогнал там. Неделю продержался, и тут опи за вечер опять. Не топ-1. Ладно, это такое, это веселье. Блин. Ну, чё по обнове? Что вы думаете по этому поводу? Нету нигде инфы, сказали 5 часов. Ну, обновили у нас сервер, но не запустили ничего. Перенесут, наверное, на завтра, скорее всего. Непонятно. Неужто они настолько ленивые? Очень странно. Ну, сервер сам запустили. Хотя должны, по идее, включить все. Ну, акции включены. Очень странно. Что там у нас по битве гильдий? Посмотрим. Ну, слив.
И знаете, что самое прикольное, что я нахожусь в топовой гильдии, и против меня сегодня все топы. То есть все топовые гильдии, тот же самый Джонс. И они сливаются. Жесть. В общем, не знаю, ребят. Опять нас потроллили, что ли? Печалька, печалька. А я-то думал, что сейчас сделаю вам обзорчик обновы нормальной. Но что-то, походу, пошло у них не так. Давайте уберем. Я уже думал, сейчас будем смотреть на новые скины, на новые здания. Что там, как качать, и тут тебе на нифига не поменяли. Просто забыли, наверное, кнопочку включить. Смотрим еще разок внимательно. Может, я кого-то пропустил, но я думаю, вряд ли. Странно очень. Ну, судя по всему, апнули просто и все. Либо запилили обнову, не включили ее. Кто-то, короче, забыл, походу, нажать на клавишу. Я не знаю. Но на сервер пускает. Может, у нас открылись восьмые кошмарки? То, чего все боялись. Нет, они закрыты. Там архидемон. Ну-ка, давайте еще на древние посмотрим. Сорок пятая максимальная тоже нет. Странно. Так, ну зайдем в ратушу. Тоже ничего не меняется. Все то же самое. Мои ресурсики накоплены. Так. Ну, в общем, очень странно. Обнову запустили, а ничего нет. Или у них что-то не удалось? При тесте. А написали 5 часов, еще 20 минут. Странно. Как-то странно, странно. Но инфы никакой даже нигде нет. Форум молчит. Так. Старые сообщения. В общем, вот так вот, ребят, не знаю даже. Даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Печально все. Я уже думал, тут сейчас начну решивать, качаться. Вы тоже, наверное, все ждете. А тут опа, и ни героя нету, ничего. Возможно, что-то... Опять трансформатор сгорел у них. И они не смогли запилить обнову. Я надеюсь, конечно, что героя нового не будет. Но это вряд ли. Вы знаете, что последнее время нам... Не последнее время, сколько я уже там играю. Каждый месяц добавляют нового героя. Там каждый обнова нового героя. Хотелось бы, чтобы это в этом году уже поменялось. Но я в этом, честно говоря, не уверен. Ну, нету никакой инфы. В обычном режиме запустили сервер. Ничего не сказали. Может, это просто были какие-то... Ну, скорее всего, они что-то допилили, но обновления даже в Play Market, скорее всего, не было. Сейчас мы зайдем в Play Market, еще посмотрим.
Может, все-таки что-то будет. Hostile Clash. Так, установлено. US-ка установлена. Двадцатое декабря последнее обновление. Странно. Ну, нету одного, видите, даже не записалось, просто запустили сервер, как ни в чем не бывало. То есть они, по сути, не залили ничего. Не знаю, ждем дальше, посмотрим. Время еще не истекло, написали 5 часов, пока. Пока вот так вот. Все, пишите комменты, что вы думаете, я надеюсь. Всем удачи, всем пока.